Рост цен на продукты заставляет торговые сети искать новые формы взаимодействия с поставщиками. Об этом говорили на очередном совещании в столичной мэрии. На сегодняшний день темпы роста цен на продукты в республике составляет около 7%. Понятно, что это намного выше, чем в прошлом году. Особенно в последнее время дорожают фрукты, овощи, мука, чай. Постепенно растут цены на хлебобулочную продукцию. В сложившейся ситуации руководителям торговых предприятий особое внимание надо уделить формированию уровня наценок. Важным подспорьем для населения могут стать акции по скидкам на социально значимые товары. На сегодня очень важно, чтобы руководители предприятий торговли осознавали и понимали, что уровень наценки, торговые наценки, необходимо его даже сокращать или на некоторые виды товаров оставлять на уровне и предпринимать меры совместно со своими поставщиками, товаропроизводителями, чтобы эти цены оставались на уровне хотя бы прошлого года. Хотим организовать работу по поставкам, прямым поставкам овощной продукции в предприятия торговли. Для этого предложить перечень сельхозтоваропроизводителей, которые могли бы напрямую поставлять в эти предприятия свою продукцию. Отдельной темой разговора стало проведение в столице Чувашии командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Приедет большое количество спортсменов, сопровождающих лиц. Поэтому так важно обеспечить высокий уровень обслуживания в магазинах и местах общественного питания. Возможно, многим специалистам придется пройти курсы повышения квалификации, вспомнить иностранные языки. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика.